Приветствую всех на своем канале. Сегодня я предлагаю вам рецепт очень простой и в то же время с необычной подачей. Сосиски не всегда бывают скучными. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите любые комментарии под видео. Для приготовления нам понадобится картошка, сосиски, несколько ломтиков консервированного ананаса, бекон, растительное масло, соевый соус и приправа карри. Начнем готовить с того, что смешаем соус. Смешиваем соевый соус, растительное масло и карри. Сосиски нарезаем кусочками по 4 см. Ананас нарезаем кусочками. Картошку вымоем и отварим в мундире, остудим и разрежем на небольшие кусочки. Каждый кусочек картошки обернем ломтиком бекона. Нанизываем на шпажки поочередно сосиску, картошку в беконе, ананас. На сковороде разогреваем небольшое количество растительного масла и выкладываем шпажки. Со всех сторон их обмазываем приготовленным ранее соусом и обжариваем около 7 минут. Наши сосиски готовы, подаем их с зеленью или с отварным рисом. Если вам понравилось это видео и рецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите, комментируйте. Высказывайте свое мнение, советуйте и задавайте вопросы. Это очень важно для меня и для продвижения канала. Приятного вам аппетита!